включен в 2019 году в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Культурный комплекс Бумба-Мьеубой из Мараньяна представляет собой ритуальную практику, включающую формы музыкального, хореографического, исполнительского и игрового выражения, в которых связь практикующих со священным опосредована фигурой быка. Практика имеет определенные ключевые отличительные элементы, цикл жизни, мистически-религиозная вселенная и сам вол. Практика сильно символизирована, воспроизводя цикл рождения, жизни и смерти. Она предлагает метафору самого человеческого существования. Подобные формы выражения существуют и в других бразильских штатах, но в Мараньяне Бумба-Мьеубой отличается различными стилями и группами, которые он включает, а также внутренней связью между верой, праздниками и искусством. Каждый год группы Бамба из Мараньяна заново изобретают этот праздник, создавая песни, комедии, вышивки на воловьей коже и костюмы исполнителей, разделенные на 5 основных акцентов с особыми особенностями. Группы, хотя и разные, имеют годовой календарь выступлений и праздников. Фестивальный цикл, пик которого приходится на конец июня, может длиться от 4 до 8 месяцев и включать следующие этапы: репетиции, причезонка, крещение, публичные выступления или брикады и ритуалы вокруг смерти быка. Практика – это период обновления, во время которого энергии вновь активизируются и передаются через детские группы, танцевальные мастерские и спонтанно внутри группы. Понятия карнавал, хореография, христианство, космология, костюмы, вышивка, ремесла, инструментальная музыка, религиозные практики, религиозный синкретизм, почитание мертвых, вокальная музыка, цели устойчивого развитие, качественное образование, гендерное равенство, устойчивые города и сообщество мир, справедливость и сильные институты биомы, агроэкосистемы, области конвенции, устные традиции и выражение, исполнительское искусство, социальные практики, ритуалы и праздничные мероприятия, традиционное мастерство –